Всем привет! Сегодня покажу вам вот такую Magic Wooden Book. Это с AliExpress. Я заказывала на AliExpress. К ней вот такой вот идет фломастер. Набираете воду и рисуйте в этой книжке. Все просто. Так вот открывается. Все, наливайте воду. Я уже налила. Закрываем. Вот такая книжка на спиральке. Открываем. С правой стороны мы видим вот таких вот видите, животных. Вот. А с левой стороны, ну они просвечиваются, их видно. Мы с вами видим тоже вот этих животных здесь. И ребенок берет карандашик, вернее, фломастер вот этот. Вот так вот, видите, там вода. Вот так вот мы ее водой закрашиваем, страничку. И получаем героя. Получаем вот такую рыбку. Можно всю страницу разукрасить, а можно... Видите, просто одну, например, рыбку. Вы ищете вот эту рыбку с ребенком, ну вот вы ее одну и разукрашиваете. Слишком много воды льется под наклоном, показываю вам. Вот. Когда эта страница высыхает, вода, опять же, страница вот такая. Видите, здесь еще не высохло. У меня ребенок уже порисовал. Еще полностью не высохло, поэтому еще остатки есть. А вообще оно высыхает и опять вот такое. Стоит она... Я заказывала на новозеландские доллары. Это было 7 долларов с копейками. Ну, недорого. Ну, такая книжечка на вечер развлечений.